немножко необычно поздоровались, где-то уже после Вышнего Волочка. Сейчас мы идем по платной трассе, и угадайте, куда? Да, мы едем на Кольский. У нас будет большое дикое путешествие, продолжительностью где-то 350 километров. Начинать мы будем от Ловозера и уйдем, скорее всего, аж до Енозера. Где-то его там обогнем и будем возвращаться назад. По маршруту у нас охота. С нами едет еще один шерп. Второй вездеход будет охотиться. Снабжать нас куропатками, мы будем коптить. Мы будем ловить рыбу. На Енозере, говорят, такие крокодилы, щуки водятся. Туда, правда, тяжело добраться, но мы доберемся. В общем, то, чего вы просили так долго, мы это сейчас будем делать. Так что не переключаемся, смотрим, будет очень интересно. Я вам сейчас покажу второй наш вездеход. Сейчас мы подъедем, догоним его, подъедем поближе. Да-да, это как раз тот вездеход, который был приобретен у нас на вторичке на канале. Беленький, красивенький Шерп Про. Вот двумя машинами мы и поедем. А сейчас вам что-то расскажет Мишка. Он долго готовился, писал речь. Правда, он ее дома забыл, так что будет говорить из головы опять. Ребят, мы едем за новыми впечатлениями, которыми с радостью поделимся. Не будем мы ни с кем делиться никакими впечатлениями. То есть мы жадные? Жадные. Ах, а я-то думал, мы добрые. Нет, мы злые, жадные. Короче, то, что... Эх, ну что ж ты бумажку-то не взял, а? Всю ночь ведь писал речь вам. И забыл. Ты что там речь? Там целая... Я же тебе говорил, на руке нацарапал. Целая команда спичмейкеров работала над этой речью. Я взял и забыл. Короче, ребят, я думаю, будет интересно. Потому что такие путешествия случаются у нас не часто. Да, раз в месяц. Буквально. Вот. Нет, в таком формате, в таком, как мы сейчас мы едем, они случаются нечасто. Как правило, мы бежим куда-то, торопимся. В этот раз мы спокойно проедем по всем местам. Точнее, ну какие места. Слушайте его, слушайте. Сейчас будем как сайгаки нестись опять. Все 10 дней. Да, продолжительность поездки у нас около 10 дней. И мы будем их проживать со вкусом до дна, пережевывая по ночам во сне. Короче, ух. Не знаю, я во сне буду спать сегодня. Едем мы навстречу солнцу постоянно. Сегодня мы ночуем где-то под Питером. И будет еще у нас одна ночевка, скорее всего, в районе Кеми. Так что увидимся, может, еще и с Сашей. Это канал «В поисках сокровищ викингов». Позвоним, и может, он к нам подъедет. Может, и корюшки привезет. Ага. Саня, привези нам корюшки, а пожалуйста. Горюшки. Корюшки не надо, корюшки хотим. Будет охота, будет рыбалка. И будут, конечно же, прекрасные виды Кольского. У нас и коптеры с собой, все с собой. Будем снимать очень красивые места, мало тронутые людьми, скажем так. Поедем, потрогаем. Ловить мы будем на лайты, микадо. Катушечки у нас тоже микадо, все вам подробно потом покажем, расскажем. Данные снасти нам предоставил магазин fishingshop.pro. В принципе, всегда можете туда зайти и тоже что-нибудь приобрести. Для подписчиков нашего канала будет скидочка. То есть говорите, что вы с канала Герасим Шир, получаете скидочку. Ну, в общем, ребят, мы на этом закругляемся. Что-то, если будет по дороге интересное, оно, конечно же, будет. Нам еще 1700 километров ехать. Мы вам будем показывать, рассказывать и делиться. В общем, проживайте это с нами. Поехали. Поехали, Мишка. Ой, да мы уже давно едем. Заводи. Убирайте зеленый экран, заводите. Выезжаем из гаража. Погуди, педаль свой достану. Сейчас побыстрее поедем. Открывай люк, греби ногами. Греби зло. Ставь парус. Да. Я не сплю. Ребят, он получил категорию, но ничего у нас не поменялось. Он все так же тряпки топчет, короче. Я говорю, Герасим Васильевич, пусти меня пролетел. Он говорит, нет, у меня привычка, я привык все время ездить, я езжу. Да. Я говорю, я хочу орден как сутки. Как сутки. Ну тогда я тебе еще вырежу медаль стеклянного глаза. А
работает. Вот это круто. Фух. Смотри, сразу в горизонтальном положении. Не говори. Вот такая штука. Я сейчас по навигатору глянул, мы где-то возле Сестроя. И уже спим. Классно. 4 утра. Прошло мгновение, устали прям как по-настоящему. Ну что, ребят, мы едем на Кольский. Желайте нам спокойной ночи, чтобы мы выспались. Надеюсь, завтра будет что-нибудь интересное, мы вам это покажем обязательно. Всем спокойной ночи. Да, мы стоим на заправке какой-то. Я не помню, кириши какие-то. Или что-то такое. В общем, мы спим. Все, спокойной ночи всем. Пока. Все, народ, у нас плановая мягкая посадка батареек. Привет, народ! Всем привет! У нас алярм, доброе утро! Вот мы проснулись. Заставляли себя еще поспать. Никак не получается. Все, вот такие мы трудяги. Не можем спать, хотим работать. Да. Ты красавчик, ты красавчик, ты красавчик. Вот как собачки едут. Вы такие умнички. Вы такие умнички. Я не знаю, кусачие вы не кусачие, так что я вас не буду лучше трогать. Какие красавицы. Не красавцы, красавцы же, да? Один красавец, один красавец. Ага. Михаил Юрьевич, как задоры настроения. Посмотрите, Михаил Юрьевич опять у нас обляпался весь. Красавец. Рот-то у него с дырочкой. Все, ребятки, поехали мы на Мурманск. 1454. Вон, фигня. Посмотрите, памятник полуторки. Один раз чихнуть. О, какая у нас машина красиво едет. Все, заправились газом. Сейчас у нас будет завтрак на заправке. И все. Вот, а проехали мы Сестрой. Вот, и всем тем, кто нас смотрит в Сестрое, всем привет, ребята. Да. Подписчикам из Сестрое большой привет. И палец вверх. Ребят, сегодня 21 августа. Мы двигаемся в сторону Кими, а далее на Лавозеро. И хотелось бы поздравить с днем рождения нашего маленького подписчика Ярослава Максимова. Сегодня ему исполняется 6 лет, и он смотрит наши видео даже чаще, чем папка. Ярослав, желаем тебе счастья, здоровья, успехов на твоем жизненном пути. У тебя он только-только начался, можно сказать. Учись на одни пятерки, будь умницей, слушайся родителей, люби охоту и рыбалку. Ну и, конечно же, приключения. У нас очень большая страна, которую обязательно надо будет тебе посмотреть. С днем рождения тебя! Воу! С днем рождения, Ярослав! Ну что ж, народ, наконец случился тот момент, когда я на совершенно законных основаниях проеду мимо поста ДПС, потому как категория мне позволяет это сделать. Вот. Раньше ему совесть позволяла, а теперь еще и категория. Одно другому не мешает. Хотя находится в противоречии. Жду. Сейчас Мишку ловить будут. Он скажет, у вас категория просрочена. Говорит, сачок самый большой достал. Как поймают. Ну, не хотят тебя ловить, Миша, даже не вышли. Не удостоили тебя внимания. Первый пост Мишка проезжает. Не самостоятельно. Не заметили. Мы его не заметили. Мурманск, 1184 километра. Так, ребятки, сейчас будем проезжать мост. Это ладейное поле у нас. Будем проезжать мост, у которого поднимается пролет вертикально вверх. Не разводится, а просто поднимается ферма. Да, мост через реку Свирь. Ну, сейчас я вам так покажу. Thank you.
Господа, смотрите, Мишка набрал еды себе сколько. Ну что ж, ребят, у нас пополнение в организм будет происходить путем потребления пищевых продуктов. Давай, давай. Я знаю, в что ты их переводить будешь. Гера, у тебя есть блесна под названием Ленинград? Нет, наверное. Это плохо. А что такое? Только на нее клевать будет? На нее будет клевать крупная щука. О. Ну что ж, ребят. Вот мы на подъезде к Петрозаводску мы пообедали в Вильге, в одноименном отель-кафе. Отель-кафе Вильга тоже называется вроде бы. Вот такой повар там стоит на дороге. Не пропустите. Кормят вкусно и достаточно бюджетно. Вот на 500 рублей у нас с человека вышло первое, второе — салат и компот. Наелись. У-у-у. Так что будете мимо ехать, не проезжайте, останавливайтесь, кушайте. Михаил Юрьевич, как ты покушал? Ой, я хорошо я покушал. Чувствую хорошо в теле приятную гибкость, прилив сил и желание, бодрости. Да, да, да. И желание преодолеть еще пару сотен километров как минимум. Все, ребята, следующий пит-стоп у нас в Пушном. Вот. И будем ужинать в Кими сегодня. Кими ночуем. Вот так вот, в общем. Ребят, ну вот, замеряли специально, заправили 88 литров газа и прошли 192 мили на нем с прицепом. То есть это около, ну, 300 километров. 300 километров почти прошли. Очень неплохо даже получается. Народ, едем мы. До Кимина осталось 130 километров. Мишка за рулем. 112 километров. Он будет до износа рук ехать. Пока оторвался пальцы, наконец-то. Пока, ребят, пальцы. Пока его гаец какой-нибудь не остановит, и он ему гордо не покажет категорию Б, Е. Спать, скажешь, да? Ему Б. Е. Или пока руки по локти не сотру. А руль. Да. В общем, я его пытаюсь выгнать, он не выгоняется. Я не сильно-то и пытаюсь. Конечно, нет. Такое дело, народ. 4 утра, наш предводитель Команчи опять нас разбудил и гонит нас куда-то в сторону севера, говорит, давайте за солнцем. И до 7 не просыпались. Да. 4 утра, представляете, вот это каждый день. Седьмые сутки уже едем. Блин. Да собираюсь уже все. Давай, вставай. Какой вставай? Так, ребятки. Мы употребляем утренний бодряк. Доброе утро. Опа. Еще раз всем. Наконец-то Мишка проснулся у нас. Экипаж бодрый, весел у нас. Пойдемте скорее хороводы водить. Да. Душа-то поет, пляшет. Да, праздника да, просит. Да, да, да. И поехали они просыпаться. Ну что, ребятки, мы приехали в Лоухи. Будем заправляться, да, здесь вот такая волшебная заправка. Где мы будем завтрак? Ну что-то вот уже здесь. Хочется кушать. Несколько мы не в обычном нашем режиме идем. У нас получается две ночевки. Так бы я, наверное, за сутки все это сделал. Ну, с Мишкой на пару бы. Фух. И уже были бы на месте. А приходится вот так вот. Все, ребятки, добрались мы до Кольского. Встали в самую дикую глушь, которую смогли найти. Вот она, вот озеро, которым будем ловить рыбу. Вон там еще одно озеро. Нам надо будет через 3 дня туда переехать, на это озеро.
тоже попробуем половим. Где-то тут дикая утка даже плавает. Да, не сможем проехать. Не сможем проехать? Блин. Где-то там вот даже дикая утка сидит, мы ее видели, когда сюда приехали. Вот, все, разбили лагерь, вот уже у нас стол стоит. У нас есть на неделю 4 консервы, будем их беречь. Ну что, в общем, смотрите, неделю мы здесь, и будет движуха серьезная. Не хухры-мухры, 3 дня ехали. Ну, под лэпом встали, ребят, чисто из соображений энергообеспечения. Да, мы сейчас проводочки накинем. Скипятим озеро, кстати, уха сразу же будет. Мы картошки взяли, 600 грамм. Вот, в лужу накидаем. Не ешь грибы незнакомые, не ешь. Не, на самом деле мы встали покушать после Лоухи, недалеко, там где-то 10 километров отъехали. Вот, и встали перекусить. Мишаня, ну как тебе завтрак туриста? Это не завтрак туриста, это завтрак короля какого-то. Да? Короля туристов. Ну, ребят, шурпа у нас вообще удалась. Очень вкусно. Рашид Джан, большое тебе спасибо. 22-е. Красавчик вообще. Первый кольский завтрак на камнях. Не кольский. Это еще мы в Карелии. Еще в Карелии, но уже подъезжаем. Уже пахнет кольским. Уже пахнет кольским. Шурпа, специалитеты. Все как обычно. Все вкусно. И разнообразно, особенно пельмени. Разнообразно, питательно. Приятного нам аппетита. Вам тоже, если вы кушаете или будете кушать после просмотра этого видео. А мы не будем отрываться от процесса. Нам еще ехать. 300 с чем-то километров. 360. Булыганы тут карельские. Карельские булыганы, ребят. Все, покидаем сие живописное место, которое нам подарило приятное проваливание пищи в желудок. Да, и прем на Кольский. Нам осталось чуть-чуть, чтобы уже заехать на Кольский полуостров. Ребят, мы тут подумали, что, ну и нафиг эту технику. Ездим как эти. Пойдем, Мишка, пешком? Пойдем. Пошли. Мы пойдем с Мишкой за Северный полярный круг. Да, пешком. Пешком, вот. Еще... Вот идем мы идем. Сутки, двое, трое. Потом бац такие. Опа. Опа, за Северным полярным кругом уже. Пешком сами дошли. Представляете? Вот так, вот мы молодцы. Ура! Та-дам! Ну вот, ребят. Полярный круг, мы его почти пересекли. А, у нас шерп, кстати, за полярным кругом, а машина на полярном. До полярным, да. Водитель, соблюдай дистанцию и скоростной режим. Это залог вашей безопасности. Ребят, едем вот в таком месте. Молочная губа. Безумный запах белых грибов стоит. Прям вот в машине. Ой, обалденно, просто обалденно. Нашествие какое-то грибное где-то случилось. Да. Как будто грузовик с грибами перевернулся и все это раздавили. Грибоапокалипсис. Мишка, расскажи, как здесь здорово. Ребят, глаз просто. Мы вот, Мишка проезжал, когда мы ездили на Терский берег, мы это проходили всю ночью. И ничего не видели. И обратно тоже ночью здесь шли. По темноте. Как бы все это пропустили. Тут, конечно, красота вообще неописуемая. Я-то еще днем зацепил здесь эти красоты все. А Мишаня первый раз видит. Давай, рассказывай, Мишаня, как ты? Невероятные. По своей силе, мощи, энергетики, места прям. Слюни, извержение полнейшее.
Ну вот, ребят, установили камеру 360. Наверное, после этой серии выйдет вот как раз видео 360. Можно будет посмотреть виды, которые мы проезжаем. Это очень красиво. Поделимся ими с вами. Эх, красотища вокруг. Жалко, облака очень низкие, туман. Сейчас на 360 камере можно посмотреть. Чуть позже эта серия выйдет. Вне очереди. Была бы погода, конечно, ясная. Было бы и хибины видно. Сейчас видимость очень маленькая. Вот он, ребят, Мончегорск встречает нас вот такой серостью. Здесь, насколько я помню, по прошлой поездке мы набирали снег на одном из склонов вдоль дороги нашли. Так он слоями был, белый-черный. Такой слоеный пирожок. Зипа. То есть очень много выпадает грязных осадков. Вот такая вот песня. Ребят, мы вот недавно говорили, проезжали... место там, говорили, что пахнет грибами. Мы выяснили, что это так пахнет. Это пахнет так краска, которую разметку на дорогу делают. Видать, ее там где-то месили или что, потому что разметки не было. А вот здесь едем, свежая разметка, вот только-только покрашена. И стоит этот запах. Пахнет грибами. Все, ребята, дошли до кругового движения и уходим на Лавозеро. Будет остановка в Ревде, где будем заправляться и встретимся с Юрием, подписчик нашего канала, который нам поможет, расскажет и даст какие-то приманки, на которые они ловят здесь местные, то есть, и еще нам даст опарышей, которых мы забыли, приобретет в магазине. Так что вот так вот. Северный морской путь оттаивает, поэтому государство... Рьяно взялась за ремонт дорог, идущих на север. Будет очень большой товаропоток. За это еще будет войнушка. Мишань, куда будет у нас путь-то короткий? Из Азии в Европу товаров. Транзит будет, да, из Азии в Европу товаров через Северный морской путь. Да. Англия, Америка очень сильно против. А мы не против. Вот, ребятки, ставим камеру 360. Для того, чтобы вот так она у нас выглядит, для того, чтобы вы могли сами все увидеть, так же, как и мы, повертеть головой, посмотреть на огромные отвалы, которые образуются после обработки породы. В общем, чуть позже, смотрите, вот после этой серии выйдет видео 360, где можно будет посмотреть все эти виды. А мы вам, наверное, здесь их показывать не будем. Ну, хотя нет, с одного бока покажем. Сумасшедшая высота у этого отвала, конечно. Не знаю, как он называется. Напишите, что это такое. Ребят, кто местный, напишите, пожалуйста, в комментариях, что это за такие горы рукотворные, и из чего они состоят, и почему так получаются. Смотрите, какая высота. С ума сойти. Вот так, ребят, выезжали мы, было 32 градуса, а сейчас 11 на улице. Ночью до ноля будет опускаться. Смотрите, какие радары огромные. Ну, нам кажется, что это радары. А так рассказывайте, что это может быть такое. Вот, ребят, сейчас пришла новая информация. Это был какой-то космический командный центр, короче, что-то такое. Радиолокационная какая-то система. По связи с космосом. А вон Юра. Вот есть место, где съехать. С приездом! Как у нас без Моторола с припыздом? Как доехали? Отлично. Молодцы. Ну, смотрите, в очереди я сейчас подойду. Ну все, ребята, мы приехали в Ревду, до конечной точки у нас осталось 10 километров. Сейчас заправляем без малого 600 литров соляры и двигаемся дальше. А вот и Юра, который нас манил-манил в эти края, манил-манил. Ну, так у нас сломалась. Не очень получилось, да. Но я надеюсь, еще получится. Обязательно. Да.
контрольный. Контрольный, да. Ну как вас север, погодка не балует? Ну, будет. Два дня ужасный ветер был, штормило. Да? Нет, дождь такой, вчера вообще не переставал так. Завтра еще дожди обещают по прогнозам, а потом уже на спад все это дело пойдет. Ладно, ребят, будем заправляться, будет что интересное, покажем вам. Ребят, ну вот так получается, что нам дарят подарки, а не мы пока. Вот такую футболку мне дарят. Ну все, теперь никаких вопросов будет, не будет. Все, на все вопросы, все ответы есть. Смотри, Гер, я тут здесь подборочку сделал небольшую, да? Так, это сюда сразу коробочку. Так как вы, ребята, не местные, смотри. Да, это, наверное, будут самые, так, самые ценные. Это червячки. Вот это мухи. Все мужи. Ты видишь, на красную рыбу. Это трубки. Здесь я объясню, как я что рыбачил. Да. Здесь мокрые мухи на хариуса, на сега. Угу. И на форель, если что будет. Это все рабочее. То бишь сухие мухи, мокрые мухи и трубки. И бомбарда. Вот это все через бомбарду будет работать. Угу. Это тонущая бомбарда, потому что больше засечек. И немножко тут блесенок кунжовых. Вот такие даже, да? Да. И один воблерочек такой трофейный. Все, я понял. Ну, Юра, необходимое. Надо будет мстить, надо будет мстить. Мы отомстим. Подробности я сейчас еще объясню, покажу вам. Да, мы сейчас пообщаемся. Да. Ну все, давайте, переезжайте, а то тетенька ругается. Все, ну нет, подожди, у нас тоже тебе тогда подарок есть. Ну вот так. Сейчас, да. Обмен симпатии. Сейчас, секунду. Гони рубль. Рубль гони. Ты бери беленький, что ты темненький не, там взял? Не, нормально. На беленький. Давай. Ну вот, это тебе от нас вот такой нож Якут. Спасибо. Пользуйся. Я очень тронут. Совершенно новый, я только бирочку с него содрал. Офигеть. Вот такой вот якутский нож. Они у нас сейчас на испытаниях, мы их пробуем, рассматриваем, как они будут работать, а потом всем все расскажем. Да, это карельская береза. Ручка. Офигеть. Ну, вот, чтобы у тебя был на поясе, да. Шокирован, спасибо большое. Ну и тебе спасибо. Вот, спасибо, ребята, мы пошли разгружаться и заправляться. Юр, пойдем посмотрим, что тут у нас есть. Скажешь, что стоящее, что не стоит пробовать даже. Вот как бы вот так вот. Это большое заглубление. Да, это троллинговое, у меня троллинги. Заблудилось оно здесь две, три даже. 4-5, блин, что-то я не посмотрел, что лопаты такие. Ну вот на это щука работает. Вот. Бывает, кстати, вот на такие, вот называются мэпсы, да? Бывает, хоризотчик работает. Угу. Бывает, хоризотчик работает на мэпсы. Вот что грешить. Она беленькая любит. Пробуйте беленькие рыбки. Ну это жереховая. Да, заглублением до 2 метров. Попера сейчас хавает, нет она? Слушай, щука. Я пробовал, у меня ни разу попер что-то. Вот это вот может работать. Ну это вот нам дали на форель. Также, да, форель, кунжа, вот это может работать. Вот это я не знаю, расцветочки такой не. Ну вот форелевые вот подбирали эти воблера. Вот это будет работать. Угу. Это будет работать. Микадо. Угу. Большое заглубление. Вот это может работать с маленьким заглублением. Угу. Вот тоже с маленькими лопатками. Да, да, да. Вот это все можно пробовать. Это все. Почему? Вот на это и кунжа будет работать. Да, и кунжа, и форель это может бить. Вот это вот может работать. Ну, а как раненая рыбка так плавает. Нулевая плавучесть. Большое заглубление. Ну, есть рыбачат у нас вот на силикончике. Ну, мне не нравится. Вот это может работать. Нет, это большое заглубление. Ну, это да. Это где-то до 4 метров. Ну, можно тоже пробовать. Ну, по яме смотрите, если яма большая, глубокая, 4 метра, до 4 метров можете пробивать смело все. Так, тут у нас... Поводки все у вас есть. Это окунь. Поводки на щуку, ну да. Окунь. Ну, на окунь у вас там, если нарветесь на окунь, а окунь там килограмм и больше может быть. Как наливал, как разливал. Показывал. Все знают, да? Да, Мишань трудится. Ну вот, ребят, Юр сказал, короче, у нас есть все шансы поймать рыбу.
Что в ящике у нас там тоже что-то оказалось полезное. Олег, а вот у нас интересуется, а мы фольгу с собой пищевую не брали? Взяли, да? Отлично. Все, взяли. Так что у нас будет это рыба в собственном соку. О! Мишаня сам, ребята, заезжает. Сейчас посмотрим. Ну, рулит-то Мишаня. Да. Умным лицом. А как тут с клубом заедешь? Все, ровно. Все. Давай. Опа, красавчик. Красавчик, чуть назад дай. Чуть назад. Во. Все. Перехвалили Мишку, он с перепугу аж это самое. Не, он сейчас накачается просто. Не накачанный. Сейчас накачается, он на место встанет. Ну что ж, ребят, вот так вот мы заехали в Ревду. Повстречались с Юрой. Очень приятное знакомство. И приятно пообщались, наконец-то познакомились лично. До этого общались только в интернете. И едем теперь в Лавозеро размещаться в гостиницу. Будем перегружаться, грузить вездеходы, готовить. И завтра будем выходить в тундру. Юра нам рассказал интересные места, где половить, кого половить, как половить. Будем пробовать, пытаться, стараться. Спасибо, что ты досмотрел наше видео до конца. Если понравилось, ставь лайк. Также мы хотели бы тебе порекомендовать следующие ролики. Вот это для тебя подобрал YouTube. Вот это наш самый последний новый ролик. И вот это мы рекомендовали бы тебе посмотреть сами. Если ты еще не подписан, обязательно подпишись вот здесь, нажми на кружок. Спасибо. Пока.